28 ноября, день Гурия, почитается память трех христианских мучеников Гурия, Самона и Авива. Во время гонений на христиан Гурия и Самона схватили, стали вынуждать отказаться от веры, были подвергнуты многочисленным пыткам, сидели в темнице несколько лет, затем казнили. Диакон Авив пострадал во время правления императора Лициния. Он был арестован и сожжен заживо. Но тело Авива осталось нетронутым. Родственники похоронили Авива в одной гробнице с Самоном и Гурием. В народе сегодня почитали Гурия, Самона и Авива, которые были известны как целители. Им молились для избавления от зубной боли. Гурий почитался и как избавитель от глазных болезней. На Гурия уделяли много внимания лошадям и проводили многочисленные обряды, чтобы сохранить их здоровыми. Сегодня у православных христиан начинается рождественский пост, который длится до 6 января. В это время воздерживались от развлечений, питались разрешенными продуктами, старались не ссориться, не браниться и не вести пустых разговоров. Чаще читали молитвы, обязательно парились в бане, так как считали, что чистое тело важно для души и духовной жизни. Приметы. Коли снег лежит на Гурьяна, то лежать ему до половодья. Много снега сегодня, год будет урожайным. Если сегодня сильный ветер, неспокойная и ветреная погода продлится до Николая, 19 декабря. Пасмурная, но теплая погода обещает дождливый май, особенно если идет мокрый снег. Мороз сегодня ударил, нечистая сила сгинула. Если сегодня искупаешься в бане, будешь здоровым весь год, берите на заметку. Женщина, у которой дрочливый супруг, сегодня должна помолиться Гурию, и муж образумится. Но они высохли, и они начинают насасывать воду из организма. Угу. Как правило, у полных людей слишком много воды в организме. Да, да. Так вот, калий, который здесь есть, и здесь есть. Есть особый день в году. Наступает темноту, Новым годом он зовется, и всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Ой, веселись, 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 народ. Наступает Новый год. Он что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалов ходит счастьем в каждый дом. Эй, веселись, 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 народ. Наступает, наступает Новый, Новый год. Эй, вот что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это Новый, Новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курон попей. Веселись, 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 народ. Наступает, наступает Новый, Новый год. Что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это Новый, Новый год. Бам-б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 ам